Итак, я вам уже рассказывал о том, что Лукашенко подписал де-факто сдачу Беларуси Путину. И давайте сейчас, ну вот эти вот 28 этих позиций, которые они там подписали, понятно, что Лукашенко нелегитимный, понятно, что Путин забирает это все незаконно, но тем не менее, есть такая попытка сдать Беларусь Путину, пока белорусы будут молчать, будут сидеть дома там, да, приходовать водку с селедкой, страна потихонечку уплывет налево. А мы сейчас будем разбираться, а что произойдет с крупными белорусскими производителями. И что произойдет с вот этими поедателями водки, селедки и хлопателями домино во дворе после этого аншлюса. Может, этот аншлюс будет, может, не будет. Он будет в какой-то странной форме, возможно. Но, по крайней мере, есть вероятность того, что этот аншлюс произойдет. И Беларусь в той или иной форме перестанет существовать, соответственно, в той или иной форме перестанет существовать и промышленность Беларуси. Итак, давайте начнем с первого. МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Это не самое большое предприятие в Беларуси, но довольно значительное. И худо-бедно там работает, наверное, 4,5 где-то тысячи человек. Не так-то мало. Дает изрядную часть выручки государству и является весьма специфичным заводом. Почему? Потому что, чтобы вы понимали, это завод, который выпускает технику, которая нужна как раз на России. Вот эту технику россиян, по всей видимости, покупать, россияне, по всей видимости, не под нажимом покупают у белорусов, потому что техника довольно уникальна. Своего рода уникальное предприятие, которое производит большие тяжелые тягачи под российские ракеты, под российские ракетные комплексы в основном. То есть это автомобили, грубо говоря, такие огромные тачанки, на которых стоят российские ракеты, которые потом угрожают всему миру ядерной войной. Вот, собственно говоря, ни больше, ни меньше, да. То есть это огромные тяжелые тягачи для ракет. Завод старый, завод еще, если я не ошибаюсь, с 54 года образован, находится он в Минске, и, соответственно, на нем работают, как я говорил, 4500 человек. Завод государственный. Завод принадлежит белорусскому государству. В настоящее время Синепалый решил, что поскольку он ликвидирует, по всей видимости, ну, это, я так считаю, что он в голове, а что еще может быть в голове у такого человека? Поскольку ликвидируется белорусская государственность, то ликвидируется и завод. Нет государства, нет завода. А нахрена он теперь нужен? Все довольно просто. А, еще вот, чтобы вы поняли, о чем идет речь по продукции этого завода, скажу, что вот знаменитые вот эти вот ракеты, которые там, Тополя, например, да, вот это как раз Тополь-М, потом С-300, вот это все на колесной базе ездит вот этого вот завода. То есть это очень серьезная техника, действительно тяжелая и действительно востребована только в одной стране, потому что никому, понятное дело, эта техника больше нахрен не нужна. Так вот, по всей видимости, Лукашенко решил от него просто-напросто избавиться. Судьба 4500 человек, которые там работают, особо-то не волнует. И он решил его, ну опять надо же, ребята, надо еще один момент понять. Дело в том, что если бы вот этот завод не попал под санкции, возможно, Синепалый бы его и не продавал. Он бы его держался там, знаете, как вождь держится за задницу собаки, так и Синепалый, наверное, держался бы за эти заводы. Но поскольку 1 декабря завод попадает под санкции, а как я уже рассказывал, что с 1 декабря под европейские санкции попадает целый ряд предприятий, в том числе МЗКТ, то, ну вот, Лукашенко принял решение его просто-напросто пустить под нож. Как говорится, не мне, значит, никому. И он пытается его втюхать русским. Выставил цену 750 миллионов долларов. Ну, во-первых, надо понимать, что происходит с предприятиями после того, как их покупает Россия. В 90% случаев предприятие сносится, и вот там ничего не будет. Там ничего не будет, по всей видимости, построят квартиры,
Ну, скорее, я думаю, больше всего, что цеха снесут и будут построены квартиры, как вот дома эти высотки. Как, например, произошло у нас с ЛАЗом, с тем же самым, да? То есть его сразу же снесли, он сразу же перестал работать, и будьте здоровы, будем строить высотки на этом месте, наверное, так. Здесь будет то же самое. По всей видимости, место в Минске неплохое. Соответственно, если посносить эти цеха, рабочие поедут в Польшу к чертовой матери куда-то там работать, еще что-нибудь. Вот. А там можно поставить высотки. Тем паче, что россияне, если бы они хотели этот завод использовать по назначению, по всей видимости, 750 миллионов долларов для Путина там небольшие деньги, и, наверное, купили бы его. Нет, они не дают даже сейчас 300 миллионов. То есть, видно, что дадут за него 200 с чем-то миллионов, по всей видимости. И сами понимаете, что стоимость участка, и вот если это все, короче говоря, наверное, что-то около стоимости этого самого участка, где этот завод находится. Соответственно, они дадут деньги за землю, и будьте здоровы. До свидания. Вот. Что еще россияне, скорее всего, сделают? Да, там есть куча хорошего оборудования, которое им же надо, чтобы на чем-то эти их тополя, искандеры и прочая дрянь ездила. Оно, правда, ничего у них не летает, кроме того, что это самое. Все прекрасно знаете, что С-400 совершенно слепой, С-300 слепой. Они ничего не видят, это куча хлама просто-напросто никому не нужного. Но ведь россияне продолжают списывать на них деньги. И, соответственно, им надо продолжать списывать эти деньги на военный комплекс. Соответственно, эти тягачи все равно будут нужны. Я действительно скажу да. Но, с другой стороны, россияне прекрасно понимают, что подпись Лукашенко не стоит бумаги, на которой она стоит, поскольку чувак просто, он нелегитимен. Соответственно, что они сделают с МЗКТ? МЗКТ оборудование они вывезут. Вот произойдет то же самое, что вот у нас с луганскими заводами, вот в Луганске, да, у нас куча заводов. Что вы думаете, они запустили промышленность в оккупированном Луганске после оккупации России? Нет, ничего подобного. Ничего подобного. Они просто эти взяли заводы, которые были в Луганске, они их все под нож пустили. Что значит под нож? Они просто сковырнули оттуда оборудование и все вывезли на Россию. Все абсолютно. Сейчас там в цехах живут горобцы. Воробьи. Не, в принципе, конечно, я за охрану окружающей среды. И лично я очень рад тому, что горобцам теперь есть где жить, им не надо теперь морочить себе голову, вот это, знаете, под стриху забиваться, там где-то искать себе гнезда, когда вот им предоставлены великолепные цеха в Луганске, где они могут теперь выращивать новое поколение воробьев. Это замечательно. Это замечательно. И тут только можно поаплодировать России. Вот. С другой стороны, опять-таки, там было, знаете, среди вот этих рабочих этого завода, этих заводов, это не один завод, они вывезли кучу заводов, в том числе патроны там и так далее, в Луганске, было очень много людей, которые были дико счастливы, потому что орали и побегали по площадям, орали «Россия, прыди!». Ну, Россия пришла и вывезла заводы, ну, все как всегда, от России же ничего другого ожидать невозможно. Эти рабочие сейчас, в принципе, они могут переквалифицироваться в смотрителями за горобцами, потому что вот, надо же кому-то там, если птенец, знаете, вот выпадает из гнезда, вниз он падает. Так вот эти вот смотрители сейчас бегают там по заводам, где они когда-то работали, а оборудование увезли в Россию, ловят этих горобцов и запихивают назад в гнезда. Вот они сейчас этим заняты там. Ну, те, кто еще не уехал оттуда. Ну, там несколько человек осталось все-таки в Луганске. Вот они сейчас занимаются, значит, защитой пернатого населения этих заводов. А то же самое будет здесь, друзья мои. Оборудование вывезут с МЗКТ. На Россию. Почему? Потому что оставлять его в Минске неразумно. Не сегодня-завтра Лукашенко слетит от власти, новая зайдет Тихановская, скажет, я с вами ни хрена не подписывала. Этот человек был нелегитимен, пошли отсюда вон. А она таки скажет. Вот. И идите отсюда, до свидания. Вас там ждут в Сыктывкаре или где там еще в каком-нибудь ужасном месте. Вот. И всех отправит домой. Она-то их отправит домой, но к тому времени, как она их отправит домой, оборудования там уже не будет. Вы же прекрасно понимаете, что россияне просто так деньги не дадут. Соответственно, что произойдет с МЗКТ? Оборудование оттуда увезут, предприятия закроют, в цехах будут жить горобцы. Или второй вариант, более реальный, что цеха, конечно же, снесут, никаких цехов не будет, поставят высотки и будут там жить люди. Долго будут жить и счастливо. Вот такой вот будет МЗКТ. Был МЗКТ, нет МЗКТ.